Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. Что ж, продолжаем Little Miss Fortune, маленькую неудачу. Мы пришли к дому Джорджа какого-то, и, в общем, нам сейчас придется объяснять, куда мы дели его песика. Давайте зайдем. Постучить или позвонить в звонок? Ну, наверное, логично позвонить в звонок, если у нас есть звонок. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Время заценить вечеринку. Сама к себе приглашу, зашла просто в дом. Алло, 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 ну что такое? Так. А подожди, я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. Ах, какая красивая фотография. Хотела бы я иметь такую же с мамой и папой. Ой, там мальчик убежал. Мальчик-призрак? Эй, что такое неудача? Ничего. Там мальчик-призрак, мне кажется, был. Ты уверен, что это правильный дом? Где вечеринка? Кто-нибудь? Воу! Шки-матрёшки. Прошу прощения, вы Джордж? Это труп Джорджа, скорее всего. Вы хозяин пёсика? Если это так, у меня очень плохие новости. О нет, стой. Похоже, он повесился. Повесил себя как пиньята? Мне ударить его как пиньяту? Нет, неудача. Он мёртв. Ударить как пиньяту, бедный мужик. Мёртв. На нём пара отличных сапог. Он не может быть мёртв. Только не снимай сапоги с него. О, понятно. Эй, неудача. Кажется, вечеринка закончилась. Давай уйдем. Встретимся на заднем дворе. Джордж, кстати, раз вы умерли? Вашего песика больше нет. Мне нравился этот песик. Прощайте. Раз вы умерли, то ваш песик тоже. Счастье, пиньяте, Джорджа. Ой, господи. Девочка вот реально очень странная. А, кстати, тут что-то есть, ну-ка. Ох, эти черные птицы. Если бы Джордж только знал, что случилось с песиком. О, вот и что, похоже, она не закончена. А, как поступить с незавершенной картиной? Давайте исправим. Господи, зачем это рисовать? Это... Во, мы нарисовали кое-что. Смотрите, я привела обратно вашу собачку. Не стоит благодарности. А, это собачка. То есть она из полового мужского органа сделала собачку. Серьезно? О, господи. Что в этой игре не так? Что? Зачем тут пенисы? Все, я здесь. Давай пойдем в лес и достанем вечное счастье. Да. Теперь понятно, почему Джордж повесился. У него картины в прямом смысле хуёвые. Какой жесть. Зачем тут такое-то рисовать? Блин, игра вообще огонь, конечно, веселая. А? Ах, я люблю лес. Со всеми деревьями, птицами, животными. Опасными животными, неудача. Ты можешь столкнуться с лисой? С лисой? Как Бенджамин? Именно, но все лисы злые, поэтому смотри в оба глаза свои. О, ладно. Скорее всего, этот лис, может, пришел нам помочь или нас спасти. Почему мистер Голос не дает нам с ним, типа, общаться? Так это что еще такое? Что это, кукла? Все начинается с пения галки. Цифра 1. Ладно. Так, пение галки. Интересно. Возьму ее себе. Эй, что там у тебя? Ничего. Правильно, ничего. Только блестки, только блестки. Не подходи, неудача. Что такое? Дикий опасный лис.
Подожди, я узнаю этот черный хвост. Это Бенджамин. Это не важно. Напади на него, прежде чем он убьет тебя. Не, не думаю, что Бенджамин станет меня убивать. Привет, тебя зовут Бенджамин? Хочешь поиграть со мной? Нет, не уходи! Ну вот. Ух, какое облегчение, мы в безопасности. Давай продолжим играть в мою игру. А чего он тут рисовал? Ладно. Здесь есть волшебная пещера неподалеку. Тебе нужно ее найти. Волшебная пещера? Хорошо. Что я рисовал-то? Похоже, Бенджамин любит рисовать. Это довольно круто. Мне нравится это в лицах. Соберись, неудача, нам нужно идти дальше. Ну, хорошо. На всякий случай. Ну-ка. О, мы взяли кисточку. Дорисовали круг, да? Молодец! Ох, сейчас что-то будет. Ого! Какой-то купол! Стоп, он рисовал какой-то купол, чтобы нас огородить, получается? То есть спасти... Нифига себе. Тоже интересно. Мы же можем бежать. Просто боюсь что-то пропустить. Так, ну тут человек умер, судя по следу. Так, тут ничего смотреть нельзя, да? А тут там на Т не светится ничего. Там Т, Е обычно. Не. Ну пойдемте в пещеру. Тут, правда, человек умер. О, вот это самая волшебная пещера. Выглядит она не так волшебно. Просто подожди, когда мы зайдем внутрь. Мне нравится, как это звучит. У меня есть вопрос. Что значит этот знак? О, не знаю, блестки. А, круто. Ну, как будешь готова? Войти в пещеру. Давайте войдем, что? Что ж. Там, конечно, камнепад. Ох, мне не терпится увидеть волшебство. Конечно, тут камнепад, но он сказал, что это блестки. Так. Эта пещера просто огромная. Эхо. Что ж, давай исследуем пещеру. Давай, 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 давай. Я шучу, это было не эхо, это я. Ты прирожденный комик, неудача. Спасибо. Точно. Сюда Алиса бежит. Воу! Что это было? Что? Я что-то пропустил? Я не уверена. Да там какой-то хомяк на машине проехал. Или что? Ну-ка, сейчас посмотрим. Что это? Хомячья вечеринка? Волшебная хомячья вечеринка. Live Nude Hamsters XXX. Правда? Мы можем войти? Я не знаю. Пойдем узнаем. То есть это стрип... Тиз-клуб хомяков? Что? Что вообще происходит в этой игре? Ого, драка хомяков! Ты собираешься что-нибудь предпринять? Давайте предотвратить насилие между хомяками. Надеюсь, нас не убьют. Не деритесь, прелестные создания! Вы должны поцеловаться и помириться. Вот так. Пожалуйста, малыш, не уходи! Ты кое-что уронил. Какие-то таблетосы. О, это мятные леденцы. Можно попробовать один, чтобы мое дыхание было свежим? А может попробовать? Я маленькая леди, знаете ли. Ой, елки. Ух ты, мне так хорошо. Мы обдолбались только что, поздравляю. Маленькая леди только что обдолбалась. Надеюсь, мы не помрем. А то я очень далеко сохранил. Господи, птицы опять. Алло.
А, все. Ее отпустила. Погодите, это совсем не мятная свежесть. С тобой все хорошо, неудача? Я в порядке. Петя на тут нам. Так, что тут? Эти крошечные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. Так, ну дальше что-то есть еще, но давайте тут глянем сначала. Да блин. Да что такое? Я хочу посмотреть, ну что ж. Посмотри на них, эти крошечные коктейли и одежка. Это слишком мило. Там вон целуются еще. Прошу прощения, маленькая леди может пройти? Нет, я не очень важная, говорите. Ладно, ты можешь поверить этому парню, мистер Голос. Тогда нам нужно найти другой выход. Выход, вход. Ну, пойдемте дальше. Так, тут какие-то ящики. Посмотрите на эту леди. Думаю, она в беде. О нет, кажется, я ее узнаю. Она владелица того клуба. Неужели? Да, похоже, ее ограбили. О, наверняка это был тот хомяк в черной маске. Да, ты права. По-моему, ты помогла преступнику сбежать. Проклятие, получается, я тоже преступник? Получается так. Правда? Прошу, не выдавай меня. Я сохраню твой секрет. Благодарю. Такс. Давайте ей поможем. Прошу прощения, вам нужна помощь? Нет, ладно. Эй, неудача, нам нужно найти выход. Вечное счастье все еще где-то там. Хорошо, я поищу. То есть мы теперь не можем, ну, мы не можем, да, пойти туда? Ну да, скорее всего, не можем. Такс. У нас есть какая-то кнопка. Интересно, что делает эта кнопка? Лестница? Занятно. Молодец, неудача. Ты нашла выход. Спасибо. Пойдемте. Забраться по лестнице, остаться в коллекторе. А что, нам тут делать нечего? Пойдемте дальше. Так, куда это мы уже пришли-то? Тут желуди. О, нифига. Совсем как в фильме, что я видела по телевизору. Это плохие ребята, говорю тебе. Думаю, ты права. Но нам нужно расчистить путь, прежде чем идти дальше. Ну как? Видишь ту пожарную сигнализацию? Нам нужно ее включить. Да, ну как? С помощью рогатки. Какой рогатки? Этой рогатки. А, этой рогатки, хорошо. Нам дали рогатку. О, смотри, я могу использовать эти желуди как снаряды. Очень умно, неудача. Я знаю, спасибо. Так. Это, конечно... Ой, блин. Блин. Тут капец, конечно. Они там мед варят или что, таблетки. У них куча денег, блин, охрана. Ага, надо чуть пониже взять. Отлично. Мы сделали это. Ты молодец, неудача. Ура. Пойдемте. Ну-ка. Беличий скорс? Круто. Выглядит как папин научный проект в подвале. Не знаю почему, но мама сильно разозлилась из-за него. У нее типа папа тоже наркоту варит. Твоя семейка.
Это много денег. Это вечное, счастье. Нет, что заставило тебя так подумать? Мама сказала, что деньги единственное, что делает ее счастливой. Ну, твоя мама не права. Правда? Хорошо. Так надо было взять денежку-то чуть-чуть, осчастливить маму. Заберемся по лестнице. Так, наконец-то мы вылезли отсюда. Эй, ты, по ту сторону экрана. Слушай, должно быть тяжело не знать о будущем нашей маленькой леди, и я понимаю. Неудача действительно умрет? Если да, как это случится и когда? Убьет ли ее злой лис? Найдет ли она вечное счастье? Лично я надеюсь, что да. Веди себя, естественно, она идет. Неудача, у тебя получилось. Поздравляю. Спасибо. Где мы? Мы стали на шаг ближе к главному призу, вечному счастью. Отлично, потому что мне нельзя быть на улице так поздно. Не волнуйся, здесь недалеко. Отлично. Смотри, какой-то ребенок пропал. Это не она случаем? Пропал, звонить 112. Кстати, очень похоже на нее. Мне это не нравится. Может вернуться домой? Пока. Не уходи сейчас, неудача. Я могу тебя защитить. В самом деле? Конечно. Тогда ладно. Надо было уши уходить. Привет. А, это вот девочка, которая пропала. Тоже призрак. Фу, пахнет дерьмом. Неудача, следи за языком. Хорошо. А почему у маска на лице у этой милой женщины? Одноколесный велосипед? Дошло? Очень умно, неудача. Спасибо. Фантасмагория. Это хоррор какой-то. Фантасмагория приезжает в Open Fields? Это так круто! А, это парк аттракционов. Может, у нас будет время сходить туда позже, кто знает. Подожди, не играй с моими чувствами. Давай сначала сконцентрируемся на вечном счастье, а потом посмотрим. Хорошо, жду не дождусь. Гляди, это Бенджамин из леса по соседству. Знаешь, если захочешь как-нибудь потусить, я свободна. Не связывайся с этим диким лисом. Я говорил, что лисы опасны. Я сейчас разберусь. Бенджи, ты дикий и опасный лис? Нет, Бенджи, не уходи! Пускай этот дикий лис зверь бежит, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Хорошо. Так, у него все буквы перепутанные. Не понимаю, что он пишет. Кажется, это принадлежит Бенджи. Это лучшее произведение искусства, что я видела. Оно такое личное. Не знала, что Бенджамин такой творческий. Творческий? Выглядит, словно рисовал ребенок. Что ты только что сказал? О, я не это имел в виду. Как же? Разве мы не должны сосредоточиться на поиске награды? Я сосредоточена. Так, парк, киоск. Мы идем в парк? Yes. Да. Okay. Хорошо. Ты тормози, мать твою! Неудача? What? Что? Language. Язык. А. Мистер Голос? Да, неудача. Кто-нибудь уже доходил до конца игры и получал вечное счастье? Да, разумеется. И они жили долго и счастливо.
Это хорошо. Знаешь что? Я хочу выиграть приз для своей мамы. Я бы хотела дать ей немного счастья. Мои блёстки на нее не действуют. О, это очень мило с твоей стороны. Спасибо. Хочешь попробовать моих блёсток? Это не обязательно. Ну не глупи, держи. Счастья мистеру Голосу. Ох, ну спасибо. Что ж, давай продолжим искать приз, чтобы мама нами гордилась. Да. Опять птица падает с неба, когда она проходит. Так-с. Мы пришли. Написано, птиц не кормить. А, хорошо. Хорошо. На скамейке написано много милых стихов. Смерть живая, она пожирает тебя. Подпись Н. Интересно, что ты думаешь? Неудача, ты действительно будешь читать эти стихи? Нет, лучше не надо. Не. Хо, птица. Посмотри на эту чайку, она похожа на папу Кевина. Кто это? Раньше он сидел в песочнице рядом со школой. На нем не было одежды, и полицейский побил его палкой. Жаль, что у тебя нет рыбы для чайки. Чайки любят рыбу, знаешь? Ты пытаешься вызвать во мне чувство вины за ту рыбу, что было раньше? Я сделала сложный выбор, тогда я буду стоять на своем. Я понимаю неудачу. Я просто сказал. А ты не говори! Все-таки нам нужна была эта рыба. Хочешь прокатиться на королевской лошади парка? Давайте прокатимся. Надеюсь, я не убьюсь. Королевской лошади, говоришь? Я маленькая принцесса, кстати. Смотри, я на лошади. Ай, лошадка, прекрати. Ой. Ой. Ты жива? О, вышло неудачно. Ты в порядке? Да. Ты беспокоишься, потому что ты такая маленькая? Еще бы. Ты очень маленькая и могла разбиться. Однажды я сломала руку. Значит, ты понимаешь, о чем я. Так. Идем дальше. Посмотри на эту утку. Давай просто пойдем, неудач. Тебе не стоит связываться с утками. Не говори глупости, утки довольно клевые. И смотри, он несет бумбокс. Может, мне удастся на самом деле потанцевать. Хочешь показать мне свои движения? Ну-ка, давайте похвастаемся. Конечно, смотри. Все нормально, все хорошо. Досадно, конечно. О чем ты? Это было нормально. Ну, как скажешь. Дальше идем. Ой, карусель. Хочешь прокатиться на этом? Похоже на торнадо. Давайте прокатимся. Да, я хочу прокатиться. Опять убьемся же. Остановись! Мне больше не удержаться! О нет, неудача! Тхи, по кайфу, мне кажется. Так, еще одна игрушка. Когда ветер холодный, а деревья голые, когда вонь гнилых яблок разбивается о камень. Цифра 2. Яблочный пирог. О чем ты, неудача? Ерунда. Нам какие-то знаки подают. О. Похоже на рисунок Бенджамина, тебе не кажется? По-моему, это мусор, и его нужно сжечь. Неужели? Я вижу здесь большой потенциал. Он, безусловно, очень творческий. Забудь про это, продолжим играть в мою игру.
Награда ближе, чем ты думаешь. Really? Серьезно? Right. Ну ладно. Я практически ощущаю вечное счастье. Прекрасно. Последнее задание ждет на кладбище домашних животных. Кладбище домашних животных? По-моему, это самое лучшее место, чтобы закончить игру. Точь в точь мои мысли. Рад, что ты думаешь так же. Что? Какое кладбище домашних животных? Вы о чем? Что же, я тут подумал, пока мы идем. Ты не против, если я задам тебе пару вопросов? Конечно, я довольно хороша в этом. Отлично, только отвечай максимально честно. Хорошо. Первый вопрос. Ты когда-нибудь что-нибудь крала? Нет, никогда. Никогда? Молодец. Второй вопрос. Ты сейчас счастлива? Да, ведь сейчас ничего плохого не происходит. Это меня радует. Ну тогда последний вопрос. Ты чувствуешь себя любимой? Я уверена, что мама меня любит, ведь она меня не бросила. Спасибо за твою честность. Не за что. Смотри, мы добрались до кладбища. Ты реально уже дошли до кладбища? Но ничего хорошего здесь мы, наверное, не увидим. О, смотри, все больше детей пропадает. Если я пропаду без вести, как я скажу маме? Ты не пропадешь без вести, мы вернемся домой сразу же, как найдем приз. Ясно, отлично. Кстати, вот это очень похоже на того мальчика, который она писала в дневнике, что это у нее друг Хидо, японец, а в шляпе вот. Это может быть он, и то, что она же говорит, что он призрак. Ладно, давайте, ребятки, тогда на этом закончим. Кладбище оставим уже на следующую серию. В общем, интересно у нас приключения. Хомяки повеселили вообще. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, вступать в наши группы, все ссылочки в описании. Увидимся в следующей серии «Маленькой неудачи». Всем пока-пока.